все увидел. Я сейчас даже не вижу. Ladies and gentlemen, please direct your attention to the safety features demonstration. Наш самолет имеет 8 аварийных выходов. Аварийные выходы расположены слева и справа по борту. 2 в передней части самолета, 4 аварийных люка на плоскости крыла и 2 в хвостовой части самолета. This aircraft has 8 emergency exits. The emergency exits are located on the left and right of the cabin. 2 in the front compartment, 4 window exits over the wing, and 2 in the rear compartment of the aircraft. Все выходы оборудованы автоматическим надуваемым трапом. Каждый выход обозначен световым табло выхода. All exits are equipped with inflatable evacuation slides. Each exit is marked with an illuminated exit sign. Светящаяся дорожка вдоль прохода указывает направление к выходам. Обратите внимание на выход, расположенный рядом с вами. Escape path lighting on the aisle will guide you to the exit. Please take a moment to locate the exit nearest to you. В случае герметизации кабины кислородные маски выбрасываются автоматически из верхних панелей. In the event of cabin decompression, oxygen masks will automatically drop down from the overhead panels. Потяните маску на себя. Pull the mask towards you. Плотно прижмите маску к носу и рту, закрепите, как мы демонстрируем, и дышите нормально. Place the mask over your nose and mouth. Secure it as demonstrated, and breathe normally. Если вы путешествуете с ребенком, обеспечьте маской сначала себя, затем ребенка. If you're traveling with a child, put your own mask on first, then attend to your child. Ваши ремни безопасности должны быть застегнуты после включения табло «Застегните ремни». Your seatbelt must be fastened whenever the fasten seatbelt sign is on. Чтобы застегнуть ремень, вставьте металлический наконечник в пряжку. To fasten your seatbelt, insert the metal tip into the buckle. Маска в ней. Туго затяните ремень. Tighten the strap. Чтобы отстегнуть ремень, поднимите крышку замка. To release the seatbelt, lift the buckle cover. Более подробно ознакомиться с аварийно-спасательным оборудованием нашего самолета вам поможет инструкция по безопасности, которая находится в кармане перед вами. Просмотрите ее внимательно. Благодарим за внимание. You can get more detailed information about the onboard safety equipment from the safety instruction card located in the pocket in front of you. Please read it carefully. Thank you. Мы готовимся к взлету и просим вас разместить вручную кладь на багажной полке или под сиденьем кресла перед вами. Застегнуть ремень безопасности. Привести спинку кресла в вертикальное положение. Убрать откидной столик. Открыть шторку иллюминатора. Выключить мобильные телефоны и все виды электронных устройств. Обращаем ваше внимание, что в течение всего полета запрещено употребление алкогольных напитков, кроме приложенных на борту, а также курение, в том числе электронные сигареты. Туалетные комнаты оборудованы электрическим отсеком. На время взлета мы выключаем основное освещение. Вы можете воспользоваться лампочкой индивидуального освещения. Благодарим за внимание. Ladies and gentlemen, to prepare for takeoff, please place hand luggage in the overhead bin or under the seat in front of you. Fasten your seatbelt. Return your seat to the upright position. Stow your tray table. Open your window blind. Switch off your mobile phones and all electronic devices. Please note that consumption of alcohol not offered aboard is strictly prohibited, as well as smoking of any kind, including electronic cigarettes. All lavatories are equipped with smoke detectors. The cabin light will be dim for takeoff. You may use your individual reading light. Thank you. Дамы и господа, меня зовут Марина Саша, буду звонить экипажа от имени компании «Аэрофлот» российские авиалинии. Мы рады приветствовать вас на борту самолета «Аэрофлота», который носит имя.
имя выдающегося космонавта Владимира Комарова. Приоритет от нашей компании является ваша безопасность и комфорт. Я и мои коллеги сделаем все возможное, чтобы ваш полет прошел приятно. Уважаемые постоянные клиенты, участники программы «Аэрофлот Бонус» и бонусной программы «Альянс» с Кальсим уровнем 2000. Мы благодарим вас за выбор авиакомпании группы «Аэрофлот». My name is Marina and I am the director. On behalf of Aeroflot Russian Airlines, we welcome you on board the Aeroflot aircraft named after the prominent cosmonaut Vladimir Komarov. Our top priority is our safety and comfort, and also our business to the equipment flight. Dear radio customers, members of the Aeroflot bonus program and members of the SkyTech frequent flyer programs will immediately leave last level. Thank you for choosing the airline from Aeroflot Group.
Будем рады новой встрече с вами. Благодарю за внимание. До свидания.
Ladies and gentlemen, our aircraft has translated. At airport, the named on to Sakara Saviri in Milinke. Local time is 1:35 a.m. The air temperature is 23 degrees above zero Celsius. To ensure your safety, please remain in your seat with your seatbelt fastened until the fasten should go outside and off. Please ensure to take all your belongings with you when leaving the aircraft. Please also inline check that the aircraft does not cross passenger stairs. We hope that you have enjoyed the flight and look forward to seeing you again. Thank you. Goodbye. Для вашей безопасности оставаться на своих местах, застегнутыми ремнями до полной остановки самолета. К выходу мы вас пригласим. Ladies and gentlemen, for your own safety, please remain in your seats with your seatbelt fastened until the aircraft comes to a complete stop and the fasten seatbelt sign has reached off. Thank you. Внимание, бортпроводникам занять места для перевода дверей.